Ну что, холопы? Если бы я снимал это кино, я бы все бы делал бы вообще не так. Есть фанаты нормальные, а есть фанаты еб... Мне было очень стрёмно смотреть на сцену на крыше, потому что... Так, короче, суть такая. Короче, не, неправильно, вот так. Здорово. Здорово. Здорово, братец, как жизнь-то? Это не вот ты случайно играл там вот этот, который бил там этих других. Сахаренка возил ты в машине. Да, не ты. Было, вот это наш офис, пожалуйста, сейчас я вас сюда запускаю, можете посмотреть. Вот он такой. Питерский двор. А я вот здесь жил, короче, вот перед тем, как женился. Жил вот здесь, жил, не тужил. Вот эти вот два окна, я снимал там квартиру во время пандемии, вот так. Сейчас мы находимся у Лёши в гостях. Эксклюзив, ребята. Это со съемок мне его отдали. Буду вешать здесь у себя. Так, вот это тот самый портрет, который снимался в фильме, правильно? Да. Это тот самый? Да. Этот портрет мне дался, что называется, болью, потому как музыка была сделана специально под этот портрет, и музычка в первом выходе из серии не попала из-за разных там сложностей. А в данный момент она залита заново, серия. Можете посмотреть, увидите, там уже другая музычка. Поэтому для меня этот портрет уж очень, скажем так, важен. Слушай, этот портрет делали специально под фильм или я... Специально под фильм делали, да. То есть это прям просто распечатали на этом, да? Слушай, я конкретно не знаю технически, что там с ним делали, распечатывали, рисовали. Но сам факт, что специально для вот этой вот секунды, там трех секунд, чтобы увидеть вот этот этюд весь. Это один из знаковых моментов в фильме. Да. С точки зрения музыки, да. Ну, знаковых моментов много там в фильме, но с точки зрения вот этой душевной такой вот... Такой вот щебечущий фильм, как бы вещи, это да, это одна из самых главных вещей была там. Есть предложение разыграть портрет среди моих подписчиков. Нет. Понял. Как известно, у нас должен был быть не Шут сначала в фильме, а Сид Вишес. И вот этот вот альтер-эго Горшка, который вот его, значит, уничтожает изнутри, это должен был быть Сид, который для нас, конечно, является... символом панк-рока, да, и для Горшка тоже. То есть, и вот этот плакат, который в фильме на стене висел, и который срывает отец. Но потом вся такая интересная вещь. Нам сказали, что Сида Вишеса никто не знает. Но для меня это странно, потому что у меня Сид Вишес перед глазами все время, с детства. Но тут я подумал, что, ну да, действительно, я же, в общем-то, чего, я это не все. Может, так и есть. И мы сделали фокус-группу. Мы делали тупо совершенно. Мы просто опросили 100 человек. Просто простых людей. Мы не опрашивали моих знакомых. И не опрашивали людей, которые связаны с музыкой. Мы опрашивали именно просто вот на улице, подходили и спрашивали. Вы знаете, такой, у нас была фотография с собой в кармане. Показывали. О, ну там в лучшем случае люди говорят, а, ну да, что-то видел. Но вот так вот, чтобы вот Сид Вишес, это буквально из 100 человек, человек, там, ну знаю, ну 6. Ну и, короче, вот столкнувшись с тем, что никто Сида Вишеса не знает, мы стали думать, кто же это может быть. И пришли к выводу, что, ну тогда давайте, там, ну там, мертвый анархист. Опять же, мертвого анархиста знают, но только фанаты «Короля Шута». Но фильм же все-таки не столько для фанатов фильм делался. Это же... Фильм для более широкой аудитории. Говори, говори. Плохо? Не, все хорошо. Ну вот, и для более широкой аудитории, как ты говоришь, и тогда пришли к выводу, что должен быть Шут. Но тут уперся князь. Потому что, оказывается, в его мифологии «Короля Шутовской» Шут – это очень добрый существо, это их... как бы ангел-хранитель группы. Поэтому он не может быть злой. Но потом мы нашли вот этот ход, что это как раз он прикинулся Шутом для Горшка, чтобы, значит, Горшку делать еще больше, как бы, неприятностей. В общем, князь с этим согласился. И особенно он согласился после того, как мы показали ему пробы Ткачука. Это первая проба Ткачука, которая была, и она же была последней, потому что его сразу утвердили. То есть он единственный, кто пробовался на эту роль? Нет, не единственный. Еще пробовался Воробьев на эту роль. Два человека пробовались. Вот, и когда князь увидел пробу Ткачука, он обалдел, прям позвонил мне и говорит, слушай, ну это так круто, что вообще, конечно, это пускай вот так и будет. Так что вот, к сожалению, на Сида Вишеса у нас была одна роль, один человек. Приходило пробоваться много, но знаешь, кого бы утвердили?
Ну, поскольку я люблю музыкантов и люблю музыку нашу, питерскую, то я всегда выделял стиль не очень мой, который я слушал. Это new metal такой, да, там как бы, это группа Дженейр. И там есть Бурза. И вот я позвонил ему и пригласил его на пробу. Он говорит: слушай, да я не актер. Я говорю: да я знаю, что ты не актер, но ты приди, ты вот нам это подходишь. На Сида Вишеса. И вот ты знаешь, что интересная вещь произошла. Он пришел на пробы, перед ним было там 4 профессиональных актера на эту роль вызванные. Он их убрал. То есть его практически утвердили на эту роль сразу. Он еще об этом как бы тогда не знал. В общем, если бы оставался Сид Вишес в нашем кино, то это был бы Бурза. Сейчас мы находимся в локации, где снималась сцена притона, то есть где Ольга привозила Горшка, и Горшок заходил в притон, Ольга ждала его до утра. В общем, пойдемте, узнаете эту локацию. Там сейчас очень грязно. Вот через эту арку я въезжал на джипе. Мы как бы бандиты въезжали. Вот здесь стояла красная машина, сидела Ольга, и Горшок заходил вот в ту дверь. Но та дверь была не закрашена граффити, она была такой коричневой. И он заходил в ту дверь. Вот, собственно говоря, вот так выглядит. Слушайте, ребят, а что это вообще за вот эта движуха? Что это такое? Что-то с конюшнями было связано, по-моему. С конюшнями? Что-то с каким-то военным это все. Общежитие. Общежитие кого? Военная какая-то движуха. Да, вот здесь военные. Тут на съемках с чем-то комнат, один туалет был, короче, такая движуха. Слушай, как ты думаешь, сюда людей не пускают или не выпускают? Смотри, ну, железные штуки. Здесь все равно. Ну, видишь, там могут люди жить. Это же ведь, как это называется, камео, да, вот это, как, камео, когда да. Появляются люди, имеющие отношение к чему-то, вот, и вот в данной ситуации к фильму, к семье, как Король и Шуту, и вот нужно было сделать такую историю, чтобы вдруг ни с того ни с сего откуда-то мы появились, а так как образ у меня такой давний, уже, так сказать, поношенный образ, образ ворона, и решили, что, о, прикольно, кино же есть, вот к этому все это и шло. Ты знаешь, когда я делаю словесные актерские вещи, допустим, вот в «Фаусте» я делал самостоятельные всякие работы, я сам это все штудировал, учил, там работа с текстом идет конкретная, нужно образ искать определенный для каждой темы, там, это вот там старушка, старик, маг какой-нибудь, там еще какая-то тема, там, не знаю, какие там всякие бесы и так далее, я там Мефистофель играл, тогда ты работаешь, а здесь я не работал, здесь просто мне как этому дурику сказали, иди сюда, я иду, говори такую-то роль, я сказал, и мы это снимали долго, но потому что все-таки там один дубль, второй, третий, там пятый, шестой, восьмой, дым не пошел, машина выехала, не выехала, там все эти вот разные вещи. Ну, еще и подготовка была такая, что, ну, вообще, люди, которые должны сниматься, они должны приехать раньше, их там, да, должны на грим посадить, там. Ну, съемка была быстрая, кстати, я не могу сказать, что съемка была долгая, там, минут, наверное, 20 максимум. Для меня это очень забавно, мне
всегда было важно подсмотреть из-за угла, как это делается, как это снимается, для того, чтобы себе оставить какое-то впечатление, либо наработанный маленький опыт. Ну, там не так, чтобы я много чего увидел, все-таки мы просто шли, остановились, сказали слово и ушли, поднялись по лестнице, ушли. Это все-таки фигня. Но я могу тебе сказать, что ничего в этом такого сногсшибательного я не увидел, но это забавно. Если бы я играл какую-то роль, какого-нибудь там такого страшного или что-нибудь такое интересное, психологическую драму какую-нибудь, это было бы круто. К ней нужно готовиться, режиссер говорит, так, короче, суть такая, короче, неправильно, вот так. Тогда это четко, а это все так, фигня. То есть тебе режиссер не поправлял никак? Нет, ну, голос говорит, давай там попроще скажи, а я такой уже в образе. Попроще. Дождь не может идти. Подожди, попроще. А я-то все думаю, а я в своем образе этого Мефистофеля Воронова такого еще. Ты кто вообще? Такая горбатая походочка, такой вот, типа, что упавший такой, типа, что? Это у меня уже давно было. Можно было так, кстати, я бы вот так бы встал бы вообще. Круто. Это я уже все это я проходил. Это все антураж. А вот внутренняя. Вот если бы Ворон что-нибудь там еще делал бы в дальнейшем, в гостишке бы в это, ага, пришли, ребята, что, сейчас мы будем. Тогда бы бегал бы, что-нибудь там создавал, что-нибудь там вертел бы, душил, не знаю, все, что хочешь. А так всего лишь-то 5 секунд. И до свидания. Ну, все равно. Собрались, уехали. Я грим отмывал больше, чем вся эта роль была в десятки раз. Очень много претензий от различных. Я даже не беру зрителей, потому что зрители не понимают, но я беру блогеров. Блогер – это все-таки человек, который что-то должен уже понимать. И вот когда я слышу от… Много я слышал, видел и читал от блогеров о том, что вот ничего мы… Вот лучше бы снимали не вот как Горшок там, значит, в каких-то находится конвульсиях, там, и в каких-то своих там переживаниях, своих тасках, а вот снимали бы про творчество. Ну, понимаешь, меня это смешило. Я сразу же, вот когда блогер такое говорит, ну все, этот человек уже, он ничего не понимает вообще. Что такое творчество? Я много раз видел, как люди творят. Да, вот. Я не видел, как пишет музыку Горшок, врать не буду. Но я точно знаю, что это совершенно неинтересное занятие. Это снять, это они что думают? Он сидит, свеча горит ночью, да, вот он сидит. Вот оно, вот оно пошло, вот. И он пишет вот эти слова, которые, да, блять, понимаешь? Там это все не так. И вот как раз с Цоем это первый раз мы проходили, когда вдруг он пропадал из нашей компании, через 2 дня приходит и приносит песню. Мы же не знаем, что он делал с этой песней 2 эти дня, и мне это не интересно. Но мы первые, кто ее слышит. Вот это круто. Когда там он играет свой «Мои друзья идут по жизни маршем», я такой сижу, думаю, блин. Кино, оно все-таки ориентировано немножко на другие форматы, да, то есть, ну, допустим, вот, да, я тоже читал отзывы, да, люди хотят, ну, сняли бы, зачем вы наркоманию показывали, сняли бы это, ну, творчество, да. Я за. Но, с другой стороны, если подумать, а как его снять, творчество, да? И это, во-первых. Во-вторых, ну, кто спонсирует этот момент, они же хотят кассу взять, да? Они же хотят на всю страну показать, чтобы, ну, все смотрели, да? Пацаны с гитарами сидят, придумывают песню, да? Песню «Короля», что, о, «Лесник» они придумали, да? Наверное, это интересно, но не широкой публике. То есть я лучше, знаешь, я лучше как бы интервью сниму и расскажу, как это происходило. Давайте озвучимся. А вы меня куда подключаете-то? К фильму? Да. Давайте. Сейчас, ребят, 2 минутки можно, да? Конечно. Это самое. Короче, ну, мне интересно поделиться и творческими процессами, какими-то ситуациями жизни. Я не понимаю, как это экранизировать, чтобы это было интересно для всех, да? И именно создание песен. Да, это можно в документальном фильме разыграть. Знаешь, как бывает, документальный фильм снимают и параллельно разыгрывают какие-то концепции, да? Вот, в такой концепции можно было. То есть, если еще мне предложат какой-то документальный фильм, игровой, я скажу, что да, вот давайте обыграем. Но в художественном фильме это все-таки экшен, и это экшен. Они объединяют сцены, они объединяют то, что происходило в реальной жизни, объединяют в одну кучу, все мешают. Потому что там, ну что, ну, возьмем ситуацию с Агатой, да, я же не увез ее на автобусе. Да, а случай, похоже, был. Она отказалась ехать с нами. Она сказала, нет, я не поеду. А это было. Разбитое стекло в... Было, и было, но то ее там не было. Там ехала группа из Ангарска, из Иркутска, и меня возвращали в Ангарск. Агаты там, конечно же, не было. А с Агатой встреча была гораздо позже, когда мы случайно вот встретились тогда в поезде, и вот тогда эта встреча и состоялась. И тогда я у нее выкрал телефон и на следующий день ей позвонил. И никакой в автобус я ее групповой не затаскивал, не представлял ее женой. Мы сейчас находимся на улице Галерная, дом 55. Вот.
И мы сейчас идем в ту арку, где снималась сцена «Горшок и Шут». Илья Чёрт, который дал интервью о том, что ему он сериал не смотрел, но ему уже не понравилось. Ну, порицает, да. Слушай, ну, Илья, видишь, он у нас такой парень, он такой прошел тоже жизненный путь. Он ведь как сказал? Сказал, что просто он не хочет смотреть, потому что ему неинтересно смотреть про тех людей, которых он знал. Во-первых, я знаю точно, что многие люди, которые говорят, что не смотрели, на самом деле смотрели. Просто по каким-то причинам, например, не хотят давать комментарии на это дело. Вот, например, мне такую же вещь говорит там Саша Леонтьев из Северного флота, который он помогал, то есть он там... Но как он там заявлен как персонаж. Да, но он, имеется в виду, помогал, он и с музыкой помогал к этому фильму, и консультировал, но при этом говорит, что фильм он не смотрел. Но на самом деле... Не знаю, не могу тебе сказать. Яков смотрел, он не сам об этом, мы с ним несколько серий обсуждали на эту тему. Дело в том, что я понимаю, что им довольно сложно про себя смотреть, это всегда, понимаешь, если бы этот фильм был... Они уже поняли, что вообще-то они в этом фильме, в общем, как бы фильм называется «Король и Шут», а они как бы на... Я не могу сказать, что они статисты, но они на втором плане находятся. То есть как бы про них не рассказаны истории, мы это понимаем, ну потому что дело в том, что в 8-серийный фильм не вложить все истории. Почему только 8 серий, если идет стандарт 16? Не, неправда. Почему 8? Нет никакого стандарта. Почему не будет? Так нет, просто смотри, ты говоришь о том, что для платформы очень много событий было. Нет, смотри, сразу же изначально почему-то вот так, не мы определяли это определял Яндекс, и они считали вообще, что, то есть никто на это кино не ставил. То есть очень много, я слышал, до меня доходило слухов о том, что в самой этой структуре, в большой, были люди, которые считали, что это ну, нишевый проект. Понимаешь, как, смотри, вот как работает платформа. Мы знаем, что наш герой умер. Значит, не может быть продолжения второго сезона. А для них, для платформы, это неинтересно. Им нужно сразу же, с точки зрения коммерческой, чтобы был первый сезон, второй сезон, третий сезон. А тут мы сразу понимаем, ребята, у нас один сезон. Поэтому были вот такие у них там свои мнения. Со мной хорошо, это... почему не 10 серий? Почему именно 8? Вот почему не 10? Потому что не дали денег. Каждая серия стоит определенные деньги, и вот дали определенное количество. Я тоже говорил, что, ребят, нам не хватает. Я это сразу видел, что нам не хватает, раскрыть. Да, что нам не хватает развить, раскрыть. У меня проблема это больше всего с его с ним. Чего? Конечно, продюсером. Ну да, наверное, вот оттуда больше. Не, я поменял действительно, надо еще раз. Вот я вообще на выдвину так максимально. Так, Жень, покажись. А мне лучше не плевать ничем в воду, ничего не делать, да? Че, поплюй. Самая нелюбимая сцена в сериале. Нелюбимая? Самая нелюбимая. Нелюбимая, ну, нет. Ну, возможно, которая не получилась там, которая, что-то не так пошло. Вот которую ты не любишь, на которую тебе смотреть тошнотворно. Ну, как ты тошнотворно? Мне было очень стрёмно смотреть на сцену на крыше, потому что... Первая серия. Потому что там была такая... Это, как бы она была сложная по... обстоятельствам, в смысле, херачил ветер и лил дождь и все такое. И ты, когда такие, как бы, жесткие обстоятельства, ты кричишь. Начали! У
мы там много кричали, потому что, ну, понимаешь, ну, ты, шум, ты когда конечно, стоишь, да. Шум, со всех сторон шум, вот, и ты иногда теряешь суть персонажа. И я вот периодически это вижу, что я такой, оп, и выпадаю чуть-чуть, и такой, просто как будто надо крикнуть. Мы сейчас находимся в том месте, где, во-первых, снималась сцена с шутом, и, по идее, билборд вон стоял вот там, вот, нарисованный, естественно. Мы это все восстановили, мы все это сделали, все это компьютерная графика. Сцена на билборде, это правда? Была такая история в жизни? Или, может быть, она была немножечко... Слушай, знаешь, как я скажу? Очень много, ну, то есть, многие вещи не происходили в том виде, в каком они показаны, но были вещи, которые еще хлеще, чем то, что показали. То есть, например, то, что мы там громили номер, да, ну, в смысле, этот самый, допустим, гримерку, да, была аналогичная ситуация, как Горшок громил свой номер бы. Жестко. Я туда захожу, а там просто все в стекле. Кино, видишь, оно выруливает в какой-то определенной концепции, чтобы человек понимал. Вот этот персонаж появился здесь, значит, дальше он, этот человек должен как бы себя проявить, да? Потому что просто так ничего там не бывает. Ну, там целое, как бы, я понял, все, все, все целое. Просто он немножко приукрашен. Ну, приукрашен, да. Но у нас был, на вот, вот эта тема... А, знаешь, с какой истории это взято вообще? Это взято с той истории, которую рассказала сценаристу, да? Когда мне Анфиса позвонила и говорит, князь, надо что-то делать. Собрали юбилейный, Горшок, короче, там уже все, бухает, самое дорогое бухло купил, чертиков под кроватью считает, чертиков. Это, кстати, в документалке есть. Он считает под кроватью чертиков. Приезжай, короче, это сам, надо что-то с ним делать, все, сейчас потеряем человека. И у меня возникла охуенная идея. А что, если не собраться в баре и не побухать вместе? А я думаю, подбухню, я ему как бы закину какие-то интересные штуки. Ну вот, и мы встретились, он так с радостью отозвался на эту идею. Он, видимо, уже на бодунах был, а тут сразу еще один праздник намечается. И мы встретились, и я ему там в баре сидим, я ему говорю, слушай, блин, Мих, типа, ну, еще же собрали юбилейный, а круто, когда собрали два раза, три, ну, доказали статус. Потом, ты посмотри, страна-то гигантская, а за граница? Ну, что ты это начал? А он такой, да я понимаю все, да, как... Ну, типа из серии, что Анфиска развела там шумиху, да, как бы это самое, вроде как все нормально. Это не просто легендарное место, потому что здесь снимался фильм. Здесь еще, насколько я знаю, проходили похороны. Да, здесь похороны были Горшка. Здесь была куча людей. Куча людей, да, поэтому это место намоленное. Вороны, кстати, летают, которые у нас в фильме тут убивали. Ворон, кстати, тоже, знаешь, вот эти... У нас, да, здесь молния убивала ворону. Это реально те вороны? Да, это реально те вороны. Как композитор я бы много сделал бы симфоническим оркестром. Многое. 80% я бы сделал, потому что на сегодняшний день я этим делом занимаюсь конкретнее. Концерт у нас будет Кукры лучше симфоническим оркестром. Фауста второго я делаю, где будет симфонический оркестр. Но это все, к сожалению, теория. А теорию мы не можем в практику после, надо заранее это все. Всегда нам не хватает времени, всегда, что бы мы ни делали. Но в данном сериале время это было на вес золота. Нас так гнали, что у нас не было возможности поработать над сценарием более плотно. И поэтому ты видел ту работу, которая делалась уже в авральном режиме. Конечно, мы снимали, считай, по первому драфту. А в сценарии ты должен знать, там первый драфт – это вообще... Ну, ничего. То есть скелет. Это скелет, да, который должны насаживать. Просто были какие-то вещи, которые мы четко знали, что должны войти. Потом, знаешь, когда мы начинали снимать, у нас, например, вообще фэнтезийного мира еще не было написано даже почти. Это все придумал Мусафир. Тишина, съемка, мотор, камера. Есть мотор, тишина. Тишина. И начали. Да, стоп, закрепим дублик. Надо прям попасть в толстую часть живота кулаком. Давай еще отрепетируем. Вот прям сюда давай. Давай. Да, вот так вот давайте. Ага, давайте. Дети, смотрим внимательно. После того, как увидели, что ударили Сэма, продолжаем. Как только голова продолжает свой рассказ, опять смотрим на нее. Хорошо? Понятно, дети? Кивните три раза, если понятно. Мне не нравится, когда ставят тебя в рамки в какие-то лимитированные. Я могу свои большие формы, вот
вот скоро мне, ко мне на стол ляжет книжка Данте, это очень сложная тема. Вот если бы мне сказали, что у тебя есть лимитированное время, я бы за это даже не взялся. Но я сам себе хозяин, я сам себе и режиссер, и актер, и кто угодно, я буду делать так, чтобы это было четко, надежно, чтобы это работало. Но это нужно опыт, это нужно время. Слава богу, денег не нужно. А кино требует еще и денег. Ты видел, во-первых, мой бэкстейдж? Да. Не. 200 тысяч просмотров. 200 тысяч, 200 тысяч. У меня у дворника даже тоже столько. А у тебя дворник пошел, смотри. Тоже 200 тысяч. Короче, смотри, я тебе задам вопрос, который прислали в комментариях. В роликах, да, роликах. Давай. Очень надеюсь, что Константина дальше будут приглашать сниматься в фильмах, сериалах, и он не останется заложником этого образа, как часто бывает, образа горшка. А, я понял. Спасибо всем за великолепную игру. Блядь, троллит, блядь, смотри, развлекательный контент мне делает. Ну ладно, у меня канал-то развлекательный. Короче, скажи, пожалуйста, ты задумался о том, что ты можешь реально оказаться заложником одной роли? Это актерский вопрос. Задумывался ли я? Естественно, меня спрашивали несколько раз об этом. Но я вообще не переживаю на эту тему. Нет, такое возможно. Но здесь такой тоже актерский вопрос, ответ на актерский вопрос. Вот что может быть лучше в актерской профессии, чем стараться сломать для зрителя образ, который ты, ну, не который я создал буквально, но... Создал. Ну, короче, понимаешь, какая актерская задача может быть лучше? Типа, лучше той, чтобы сломать этот образ для зрителя. Сейчас мы идем на локацию, где снималась сцена «Горшок Анфиса». Когда он ему дарит медвежонка. А вообще это реальная история, она ему действительно подарила такого медвежонка. Вот здесь, значит, горшок бежал, вот туда. Здесь он бежал? Ну вот он здесь бежал вдоль этой штуки. Да, и они спускались туда вниз. Че это? Открой. Нас обвиняли в том, что мы... Ну, то есть люди, которые знали Анфису, что мы не так ее там показали. Понимаешь, у нас не было... Вообще у нас в фильме, грубо говоря, отрицательных персонажей нету. Мы Анфису показали крутой. Вот это мое четкое убеждение. Мы не показали ее плохой. Короче, знаешь, был такой момент у меня. Мы к Укрениксу ехали на какая-то поездка в Москву. Это год там 2000-й какой-то, первый, там, второй. И мы договорились встречаться на Московском вокзале у памятника Ленина, у головы, как это тогда называлось, в центре зала. Ну и вот я приезжаю к моменту отъезда и смотрю там и Кукриникс, и Король и Шут. То есть Король и Шут тоже едут в Москву на нашем же поезде, может, вообще даже на один концерт ехали, фестивальный какой-нибудь, хрен его знает. И вот мы стоим, ну, разговариваем, общаемся, и все приехали, и нету горшка. Нету горшка, все смотрят, ну, там, на часы. Ну, я говорю, ну, все, парни, надо собираться уже идти на вокзал, потому что нам еще идти там по перрону. Горшка нету, минут 10 оставят до поезда. Все так начинают собираться, и вдруг вокзал пустой. И вдруг, хоп, в конце на ступеньках появляются две фигуры. Значит, это Горшок и Анфиса. Горшок – это зима. Ну, какая такая, знаешь, зима, типа там февраль месяц. И Горшок идет, он, значит, одет в бриджи короткие, ну, такие короткие штаны, не шорты, а бриджи ниже колена, гады, на голое тело кожаный плащ, в руке бутылка пива, развивающиеся волосы, а рядом с ним идет Анфиса, короткая дубленка, пачка балетная черного цвета, волосы вот у нее такие, знаешь, мелкая завивка и сапоги Ботфорды. То бишь, я вот так вот стою на это, смотрю и понимаю, вот это икона панк-рока. Ты что, хочешь, чтобы наша история тоже закончилась, да? Да чё я хочу? Ты что делаешь-то? Она была девушкой эффектной. Вот то, что я рассказал про вот их появление, это правда было очень круто. Я по тем временам, ты представляешь себе, да, что это вокзал, то есть она Мишу проводила, она не ехала с нами, и она вот в таком виде поехала домой. Но это круто. То есть, нет, это было очень красиво. И вот на воспоминание этой картинки мы ее и делали, понимаешь? Да, но я знаю, что какая-то буча поднялась по поводу того, что ее мама, короче... Не, смотри, это ужасная история. Это ужасная история. Это то, что я называю мерзкие журналисты-трупоеды. Это вот трупоеды. Вот есть журналисты, которым интересно расследование, там, даже конфликтные вещи. Но этим вот я...
Я читал эту историю, это вот какая-то баба поехала, нашла в Лодейном поле ее маму, и ее мама не смотрела фильм. Она ее нашла, вот эта журналистка, именно с целью вот рассказать ей, как это все плохо было, и вытащить из нее... То есть она ее практически там на месте просто колола в сердце иголками. Есть журналисты, которые там в горячих точках жизни рискуют, еще что-то, а этим нужна просто инфа. Вот они, вот мы что-то найдем, как бы найти? О, нашли. То есть эта журналистка вытащила из нее то, что та не хотела говорить. Сейчас мы находимся в культовом месте, это магазин Castle Rock, и в этом магазине снималась сцена автограф-сессии и первое знакомство с Сашей Гордеем, который был директор «Короля и Шута». Пойдемте. Там висит плащ, который снимался прямо в сериале. Это место вы можете узнать по этому граффити. Смотрели сериал? Да. «Король и Шут»? Смотрел. Как, понравился? Во! Класс? Вообще, блин, здорово. Какая сцена самая классная? Где он найдем? Наверху стоял. А, на билборде? Да. Где вот это первая серия? Да. Так ты только до первой серии досмотрел? И восьмую смотрел, уже все пересмотрел, вот так. А второй раз будешь смотреть? Да. А будет второй сезон-то вообще? Будет второй сезон? Второй сезон? Да. Ты хочешь второй сезон? Да. Не знаю, попроси моих зрителей, чтобы написали в комментариях. Ладно, скажу. Скажешь? Угу. Ну скажи. Смотрите второй сезон, блин. Все, спасибо тебе. Да, мне очень понравилось. Ну что, вообще здорово сделали, вообще. Так, смотри, где это все? Это... Здесь стоял стул, здесь сидел горшок, здесь сидел князь, здесь горшок упал. И вот, вот сюда вот? Да. Здесь куча фанатов. Оттуда пришел Гордей перед тем, как к нему... Князь подошла, фанат, скажем так, с сиськами, и просила расписаться. Вот здесь оно и снимало. Слышь, говнарь, тебе что, больше всех надо? Чего тарахтишь, как хер в коробке? Проходи, будем знакомиться. Простите. По факту показать метод, где на самом деле проходили автобус-сессию. Кстати, да, это интересно. Эта история происходила прямо здесь, на этой, да, той точке. Да, не единожды, пойми. Не только одна была автограф-сессия. Здесь стул. Как сериал понравился? Очень-очень скептически. Но поскольку я все это прекрасно знал, относился. Но первые 10 минут фильма меня убили. Конечно, я увидел реального горшка. Да. Здесь обычно висит на этом месте реальный плащ. Сейчас это тот самый плащ, который снимался в сериале. Реальный плащ, он поехал в Москву на выставку... Пан-культура, да. Ну, видишь, так получилось, что Мишка же очень часто у нас бывал. Их много видели. И как раз в день смерти, стихийно, вот в этом месте. Тут не было эти ведринки, сигареты, бутылки, все оставляли. Цветы, свечки. Но вот эти куртки все, это реально Мишина, да, насколько я понимаю? Да-да-да. То есть, вот это плащ. Новый. То есть, у него был плащ немецкий 40-х годов, который обшивали, который сейчас на выставке. Он шил у нас новый и старый отдал сюда повесить. Вот эта стена принадлежит гостинице «Октябрьской». Их штрафовали, и все, они молодцы, стоят. И они прямо до последнего. Простая история, свободная, спокойная, в плане того, что она не требует от этого бытовой, социальной вещи, обращения внимания, спокойно имеется в виду. То есть ты поставил песню от роли гномы, прикольная принцесса, тан-тан-тан-тан-тан-тан, и музыка есть, и голос интересный, и постановка такая панковская. Панк-рок – это возможность, если говорить одно слово. Если взять, вот что вы скажете про это, там, это драма, это, а вот панк-рок – это возможность. То есть это возможность, что ты сел, ты в музыке не очень шаришь, но бодрященько, и все так, вся такая тема, она живая. Потому что Миша в это дело не играл, он в этом жил, так же, как и Андрей. Мотор, камера. Есть мотор. 38,2. Сейчас. Начали. На землю! Тихо. Мужики, вон их машина уезжает, горшок там. Ствол! Стоп! Меня в этих блогерских наездах раздражают там несколько вещей очень сильно. Например, наезды... Ну, больше всего меня раздражают наезды на Князева.
Не делали его хорошим и пушистым, он совершенно к этому не стремился. Наоборот, мы его сделали достаточно аморфным. Но, понимаешь, ну, в кино должен быть инь-янь. Поэтому мы делали для кино, вот это показали. И, конечно, восьмая серия всех размазала. Мы показали там вот восьмой серии все как надо. Потому что и Ольга, я Ольге все время говорил, Дави, что ну, досмотри до конца. Но ее там вот накачали вот эти дурные бабы. Были всякие советчики, которые там налетели. И мы с ней общались. У нас внутри ссоры не было никакой. Потому что я пытался ей объяснить, но было невозможно, потому что с той стороны было давление. Но, понимаешь, есть фанаты нормальные, которые любят группу, любят ее творчество, и которым что бы ни сделали для группы, хорошо. А есть фанаты ебанаты, которые считают, что это их. Они считают, что это им принадлежит. И никто... Есть прекрасная картинка, ты тоже должен обязательно ее взять. Фанаты, которые 20 лет слушают «Короля Шута», смотрят на фанатов после сериала. Там стоят такие вельможи и с презрением смотрят... Я в Инстаграме... Да. Вот это совершенно четкая вещь. Более того, эти люди... они не общались ни с Горшком, ни с Князем. Вот они считают, что, понимаешь, мы у них не спросили, как нам надо показать Горшка. Что такое хейтер? Хейтер – это человек, который предпочитает, ну, как бы, во-первых, ведет образ жизни. Ну, допустим, вот ты, допустим, блогер, делаешь хорошее дело, оповещаешь людей о разных вещах, да? То есть, допустим, вот ты сейчас взаимодействуешь вот с этой киношной средой и показываешь им что-то изнутри. И это круто. А хейтер, он ничего не делает. Но он будет обсирать тебя и до кучи еще и меня. Понимаешь? Поэтому я вообще ничего говорить не хочу. Для меня это вот комары кусаются сейчас, да? Есть как бы неприятность от того, что укусил, да? Ну, допустим, я сейчас вот только что на башке комара ебнул бы. Да, у меня там будет прыщик, он даже может почесаться какое-то время, да? Но я все равно занимаюсь своим делом, и мне кайфово, понимаешь? Комар мне ничего не испортил. Андрей, позвольте с вами фотографии? Давай, у нас. Фоткайте, да? Конечно, позволю! Конечно. Спасибо большое. Если что, я тебя тоже в ролик ставлю. Какой? А мы интервью снимаем просто. Да, интервью не мешает. Молодец. Смелый парень, да? Бэкстейдж нашествие мы построили вот здесь. Вот вход в Ленфильм, где аптека. Ну. Вот мы прямо вот здесь. Вот здесь, вот там, где гуляет вот собака, вот та гадит. Замечательная. Мы построили палатки. Да, там стояли палатки. Мы не успели стереть вот эти дома на заднем плане. Там есть момент, когда Гордеев Маше с Козыревым разговаривает. И в этом моменте там вот эти дома. Это просто ленфильмовские офисы. Пари, горжу. Да мне идти надо. Понимаешь, это ляп, от которого нам было не избавиться. Мы стерли, но плохо. То есть... Стерли, но плохо. Но плохо. У нас не было... Слушай, подожди, но ты же знаешь, что компьютерная графика – это время. Это просто время. У нас не было времени. Мы стерли плохо. И когда мы это увидели, что нет, мы оставим так. И ты знаешь, вот я это говорю, никто этого не заметил. Я не видел ни разу ни одного комментария. Если бы я снимал это кино, я бы все бы делал бы вообще не так. Это давно об этом уже говорю. Но это мое мнение, это мое мышление. Я уже становлюсь маленьким режиссером. Одно сделал, второе. Все началось с Сергея Александровича, потом это ушло в Фауста, потом это уже второго Фауста, дальше. Я это вижу иначе. Я воспринимаю мир по-своему эгоистично. Я подгребаю все под себя, вот эта куча определенная, и вот эта вот, вот информация, я на нее сажусь и начинаю работать жестко и четко. Разрабатывать каждую, вот эта палочка отсюда, это отсюда. Это кино сделано не так. Okay. Это кино сделано под сутью кино, художественного образа, художественного такого полета. Вы знаете, был такой вот герой, был такой герой, давайте мы конфликт сделаем, давайте мы это все сделано по образу обычного кино. Я занимаюсь не этим. Не надо, чтобы долбило, понимаешь? Действительно, люди правильно нам говорят, что вот Каспер, есть фраза в сериале, Каспер ушел с князем. А когда он пришел-то? Кстати, да, вот... он так внезапно появился на концерте. Да. И сразу исчез. Знаешь, кстати, давай скажем, что он же снимался... Он снимался, играл самого себя. Самого себя, да. Финальная сцена. А тот, кто бьет в
шаманский, как он называется-то? Это в Бубен, это барабанщик Кукрыниксов. Миша... И Горшенев проект, Миша Фомин, да, естественно. Миша, он в этой маске там, поэтому это только мы знаем, что это был Миша. Он играл, озвучивал эту сцену, да. Этот сценарий был у нас очень живой, очень сырой, мы по нему работали. В какой-то момент... Есть исторический факт, который написан в книгах, там, и все про это знают, что Гордеев, директор группы, был женат на Маше Нефедовой, на скрипачке, а потом произошел конфликт. Он ее избил там, по каким-то своим личным мотивам. После этого, значит, есть такая версия, что Горшок его уволил из группы, потому что, ну вот, нельзя так поступать. У нас была написана в сценарии сцена, как, значит, конфликта Маши и Гордеева, и вот увольнение его из группы. Потом мы поняли, что, значит, нам придется показать эту сцену, как Гордеев избивает Машу, и нам вот этого, ну, не захотелось. Вот просто потому что... А на каком этапе? На этапе съемок. У нас прямо был съемочный день. То есть, по сути, она была прописана? Нет, уже. По сути, мы ее отменили в момент съемок. Понимаешь, у нас же еще режиссер все переписывал. Это я знаю. Вот. И в тот момент, когда я приехал на площадку, режиссер эту сцену переписал достаточно... Ну, он же у нас, ему, понимаешь, у него в каждой сцене должен быть очень серьезный конфликт. И он довел там конфликт до совершенства. То есть сцена была написана так, что я ему говорю: слушай, ну а что он такой? Давай он ее убьет вообще. Достанет пистолет и застрелит. Вот, говорю, давай так, что ли? Ну, вот мы с ним поругались на эту тему. Ну, и в результате, в общем, пришли к выводу, что да. И мы эту сцену убрали. И ты знаешь, это фильм клип, и в нем вот эта сцена исчезновения Маши, она не так важна, как появление Маши. Вот когда мы сняли ее появление, это намного интереснее. Типа кастинг, она проходила кастинг. Спасибо большое, мы перезвоним. Как вы мне позвоните, у вас даже моего номера нет. И, соответственно, а сцена ее ухода, мы показали там, что вот у них есть отношения, да, в моменте с нашим радио, там еще чего-то. А вот эта сцена ее ухода, да, мы понимали, что Маша ушла, нужен Каспер. И я помню, как я что-то сидел, и, значит, мне приходит заявка, что нужен скрипач. Ага. И я так смотрю, залезаю на страницу Каспера, смотрю, он нормально выглядит. Скрипач. Не-не, нормально выглядит, такой волосатый. Я ему звоню, говорю: слушай, а ты как сейчас выглядишь? Вот так же, как на фотографиях. Он говорит: ну, я немножко там набрал чуть-чуть. Ну, там. Да, я говорю: слушай, а приезжай, посмотрим на тебя. Он приезжает, и он действительно мало изменился. Я привел его к гримерам, они ему нарастили волосы, и мы поняли, что он может играть себя. Мне приятно, когда я смотрю, я вижу, что это Каспер настоящий. Я все ждал, когда кто-нибудь напишет: а Каспер не похож. Фильм получился забавный. Есть там прикольные вещи, которые на сегодняшний день никто не сделал. Это прикольно, это новый это виток. Эксперимент. Это эксперимент, да, это эксперимент. Но это мы сейчас говорим про кино, а не про Король и Шут. Либо мы как бы отодвигаем Король и Шут, либо фильм, либо мы вместе об этом говорим. А вместе об этом говорить невозможно. Взят персонаж Михаил Юрьевич Горшенев, в котором было куча идей всяких разных. Ни одна из этих идей не раскрыта. Ни анархия, ни его занятия спортом определенные, там, как он становился вот этим вот человеком не с точки зрения прохождения героина либо алкашки, а с точки зрения одухотворенности его, откуда это взялось. Про это не рассказано. Основные базовые вещи пропущены, потому что это сделать категорически сложно. Это я тебе говорю, вернемся к нашему разговору. Нужно сидеть на вот этой куче вот информации и каждую палочку раскладывать. Для этого нужно время и огромнейшее вот это вот погружение в эту тему и каждому звонить: алло, привет, слушай, там так, там не так. Вот тоже мы с Андрюхой списывались, он говорит: да не, Леха, ты не прав, там на самом деле было вот так. Да, странно, а я знаю другую информацию. Слишком много информации, которая, пересекаясь, не пересекается. У меня бывало такое, что я включаю серию, и просто проходит 5 минут до титров еще. Я такой, а я с женой смотрю. Я вставал, так, начинал ходить по комнате, такой, как бы я смотрю, и такой: давай ты посмотришь, я потом посмотрю. Как бы, вот так, реально такое было несколько раз. Я старался отпустить рефлексию максимально, просто вот выкинуть ее. Потому что я понимал, что если я еще засяду в рефлексию, мне не хватит времени на то, чтобы подготовиться. Поэтому я думаю: так, все, ноль рефлексии, больше просмотров на Ютубе для роликов про Михаила Горшенева. Вот так. И больше прочтения всякой литературы там, ну и всего остального. Ну, короче, я вот так вот старался.
придурок, я в этой тачке припёлка вожу. Ты что творишь-то, я? А что он плюёт, как дома? Я в этой тачке ребёнка вожу. А ты что ржёшь, дебил? Дети, обязательно надо чесаться всем, чуть-чуть иногда, там каких-то комаров лопать. Ну, да, в ушах ковыряться можно. Начали! Ну нет! Ну это уже все, это чересчур! Да погоди, дайте сказать! Тихо! Да чтоб тебя! Какого ты опять припёрся? А такого, что не позволю людям эту чушь слушать. Всем известно, что охотник Себастьян это оборотень, а не медведь. Тебя как звать, пирожок? Сэм, мастер по сундукам? Нет. Тихо, что ты делаешь? Мне мужик, тихо! Ай, ай, не надо! Ну вот. Ну, по... Ну, полное, друзья. Путешествие еще не закончено. И, внимание, съемка, пожалуйста, тишина, мотор, камера. Пониже, походку. Не, пока нет, но сейчас у меня умрет тот человек же. Мотор, тишина. Да, идет, да. 9-1-2, камера А, Б. И, смотрим. Слушайте, слушайте. Брат помер. Ну что ж, мои нетерпеливые слушатели, оставим безвкусное, да потом перейдем сразу к главному. К месту! Вопрос можно? Да. Я точно уверен, вот когда кто-то говорит, что Миша бы там был недоволен, то значит, тут вот есть одно мнение, оно очень важное, это мнение князя, о том, что почему Горшок был бы 100% доволен, и это не обсуждается. Потому что мы сделали две вещи. Мы реализовали его сказки, то есть мы сделали вот это фэнтези, именно так, как Горшок себе его представлял, князь в этом это контролировал, все это было понятно. Когда нас обвиняют, что вот вы там, почему вы не сделали как Марвел, ну, во-первых, как Марвел сделать довольно тяжело, но мы делали так, как Горшок себе это представлял. Это такие байки из склепа. То бишь то, что вот не нарисовано компьютером Full CG, а то, что сделано руками и что-то там добавлено компьютером. Какие-то такие штуки. И вот это бы Горшку понравилось 100%, реализация этих песен. А второе, то, что Горшок, хотя он отрицал, что они поп-группа, как я тебе говорил, что он ни в коем случае там, ему не нравилось, это что поп-группа, но он очень хотел, чтобы эта музыка была на слуху у всех, и всем очень нравилось, и чтобы было много публики. А ну уж этот сериал дал такой толчок группе «Король и Шут», что... Вот получилось это так снять, да? Вот получилось, вот, ну, типа столько людей работали, столько вот и всего. И это круто. Могло быть по-другому, могло бы там еще, там, знаете, кучу вариантов. Можно было целый сезон снять, несколько сезонов. Если бы изначально знали, как выхлоп сериала пойдет, я думаю, что сразу бы как бы речь шла о нескольких сезонах. Ну, но получилось вот так вот. А что, это самое, что поголовно снимают про рок-группы фильмы, чтобы еще сидеть и критиковать? Нет, мы не так и не согласны. Я думаю, что да спасибо, что после... вообще получилось все. Кстати, ну, если на самом деле будут вот в таком ключе снимать, потому что это же сейчас формат, в котором сериал снят, он же больше, ну, как бы зарубежный, он же, ну, аналогов-то у нас не было таких, да. И если в этом ключе будут снимать еще про кого-то, да, допустим, да, про «Сектор газа», да, еще, это интересно. Другое дело, что наша история кишовская, она самая безбашенная, ну, потому что мы безбашенные всю дорогу были. Мы позиционировали, мы культивировали безбашенность, да. Камера, пожалуйста. Тишина! Тишина! 9-4-1, камера А, Б. Сейчас Володя уйдет и можем. Можем. Значит, открыть, поднять, открыть. Давай, команду. Давай, Рустам. Начали. Смотрим. Офигели. Вышло тело. Все офигели. Голова. Офигел. Сбрасываешь винтовку. Вот тебе надо, пробормотал мужик.
Я отвлекся на стрельбу. Пусть, пожалуйста, тишина, мотор, камера. Мотор идет. Сюда. 9-6-3-2, камера АБ. Готово. Готово. Да, слышим. Андрей, готов? Готов. Отлично. Начали. И вышло тело. Офигели. Открылась занавес, голова. И, да, да, и... Ружье. Вот тяна. Пробормотал мужик. Паника, паника, паника. Молодец, барон, но промахнулся. Ты знаешь, я еще хочу сказать вот этим фанатам, которые говорят нам, вот, лучше бы вы сняли историю группы. А я не очень понимаю, вот те бы сняли историю группы, это что такое? Это просто реконструкция событий группы. Вот просто вот тут концерт сыграли, тут поехали, там. Но ты же все это знаешь, ты же фанат. Ведь интереснее же смотреть внутренний мир. Мы показывали, как через внутренний мир это происходит все. Я подсказывал и на чем-то, может быть, настаивал до одного момента, когда мне было сказано, это подсказка. Я слез с этой телеги и зажил счастливо, слава богу. Потому что я также мучился и не понимал, чего происходит. И потом, в конечном счете, проанализировав то, что происходит, я для себя сделал вывод. Это кино под этими большими этими буквами. Кино, все. Не надо с ума сходить. Я с горшком, вот это тоже очень важный момент, вот когда там начинают делить там... Я всегда горшку говорил то, что ему не нравилось. Я ему говорил, что вы поп-группа. Он тут же беситься начинал. Группа! Я говорю, слушай, понимаешь, ты просто потом поймешь поп от слова «популярная группа». Не от слова... Я не пытаюсь вас сравнять с группой «Нана» или там «Кристина Арбакайте». Конечно, нет, вы рок-группа, но вы при этом поп-группа. Нет, мы не поп. Ну, хорошо, не поп, говорил я. Как хочешь, так и думай. У нас в фильме есть отсылки к нашим любимым... Этот фильм, вот понятно, что не было этого мальчика. Понятно, что никто не вкладывал... никакие цыгане не вкладывали. Но это наш омаж Кустурица. То бишь, это такая внезапная история. Ну, а как нужно было... Финальная сцена, отсылка. Финальная сцена какая? Финальная сцена, где... Не, ну, это понятное дело. Но это самая известная отсылка, это «Достучаться до небес». Достучаться Пойми, до небес. В этом ничего нет плохого. Это наше классно, уважение. Это круто. А вот скажи, пожалуйста, ты, может, на своем канале... у нас в фильме 7 отсылок к известным фильмам. Пожалуйста, разгадайте. Я вспомнил Макс Пейн. Макс Пейн. Они едут, разукрашенные все на машине. Не-не, безумный Макс. Безумный Макс. Безумный Макс. Да, безумный Макс, это да. Безумный Макс. И мой креатив, чтобы Кирилл играл Горшенева-младшего. Был, по поводу этого была заруба, ну, это еще такая заруба, когда просто узнали, что он не профессиональный актер. Он приехал на пробы. Ну, какие у него были пробы у непрофессионального актера? Никакие, как ты понимаешь, да? И мне там говорят в Москве, не-не-не, все, давайте ищите туда актера. Я говорю, не, ничего не искать не будем. Я говорю, как? Я говорю, все, не будем. Даже говорю, не начинайте. У нас есть коуч, который будет с ним. А мы наняли Лешу Фадеева, он был коучем. Ага. Я говорю, я пошел к Леше. Я говорю, Леш, смотри, у нас будет играть парень, он сын Алексея Горшенева.
он не актер. У меня просьба к тебе обратить на него внимание, и Леша это сделал. И все, и когда прошли вторая запись, вообще все вопросы снялись по Кириллу, абсолютно. Давай я буду вести. Давай, смотри, давай. Как нужно. Большое счастье, что вышел сериал «Король и Шут», правда? Во, я согласен, спасибо большое за такое. Для меня, лично я, очень рад. Я рад тоже, действительно, я очень рад, правда, и спасибо всем, кто принимал участие, в частности, тебе, Ян, и тебе, Рома, спасибо вам. Мы можем открыть же маленький секрет? Да. Потому что в 9-й серии ты сыграешь гораздо больше роль. Мы открываем этот секрет. Ну что, холопы? Во-первых, сбылась моя мечта. Сколько раз я не пытался предложить ему отрастить белые усы, он все время отказывался. Но теперь это просто пипец. Но это еще фигня. Ну, нет, это не фигня, это очень круто, вообще пипец. Вот и жена красавица. О, боже мой. Мы сейчас спойлеров накидаем, блин. Совершенно точно я знал, что на титрах должна быть песня «Марионетки». Это просто у меня было железно. И когда кто-то там попытался со мной поспорить, я просто так взбесил. Ну, просто вообще, я взбесился так, что решили, что... Да ладно, ладно. Лучше не трогать. Ну, потому что, на последней серии. Потому что, например, режиссер, ему не нравится. Я считаю, что мы должны были еще в конце сделать такую вещь. Мы должны были... Я очень хотел на марионетках пустить какую-то нарезку живого Михаила и группы. Но это архивные кадры. Именно вот показать их молодых, вот таких там, недолго, там, секунд 30. Но вот режиссер мне объяснил, говорит, либо давай мне кадры, которых никто не видел, а кто, где же взять-то кадры, которых никто не... У меня есть кадры с одной пьянки, но там, поверь мне, это как бы несколько не то. И поэтому здесь вот мы все-таки взяли просто фотографию. Ну, она хорошо получилась, в общем. Выгони как следует, назови его козлом, они это очень не любят. Ну, давай, Мишаня, Ева! На самом деле у нас, если ты обратил внимание, у нас все титры разные. Есть титры, которые я, кстати, могу тебе дать. Давай. И показать, которые были первыми, которые сделали мы без режиссера. Эксклюзив. И которые он, ну да, которые он зарубил. А нам они с князем очень нравились, что они такие простые, такие вот наивные, то есть именно как группа. Вот сейчас пойдут эти титры. Король и Шут — это культура. Если ты туда зашел, тебе уже отсюда выходить не захочется, это все равно пойдет с тобой. Говорю это как не как автор, а как человек, который внутри находится. То есть выхода отсюда у меня нету. Ну, я не хочу выходов отсюда. То есть я хочу здесь жить всю дорогу. Поэтому люди, которые вовлекаются в идею Короля и Шута, но для того, чтобы люди могли вовлекаться в идею Короля и Шута, им Король и Шут надо дать. То есть им надо его показать, чтобы они поняли, куда входить. Потому что для многих-то, кто из нашего мира, кто не взаимодействовал с музыкальной индустрией, для них Король и Шут — это, может быть, ну, собственно, какие-то панки. А, это где беззубый вокалист, да, ели мясо мужики, да, да. Вот. Эти люди ничего даже представления не имеют, на самом деле, о других песнях там. И вот это тот самый случай, когда популяризация пошла на пользу. Бывает такое, что, знаете, как распопсовывают, это станет попсой. Нет. Это популяризация. Сейчас это уже как бы вылезает. Вот я, опять же, к тому, что я не сильно публичный человек, Агату в фильме играет актриса Вера Вольт. Это, да, это моя дочка. Я из тех людей, я к своей дочке очень критично отношусь. Очень критично. И это как раз не тот вариант, когда там любовницу протаскивают, еще кого-то. Я очень хотел, чтобы
в фильме получила роль Вера Брежнева. Фу, вы, блядь, Вера Брежнева. Вера... Это чтобы в фильме получила роль Вера Кинчева. Кинчева? Да, она пробовалась на роль Агаты. Дочка... Кости. Да, и она актриса профессиональная. Она пробовалась как раз на роль Агаты. Все утверждал режиссер. Это... И в этот момент я с режиссером был ни разу не друг. Наоборот, мы все время сталкивались. Вот, скажем, там... По Кириллу Горшеневу, например, он тоже, когда узнал без проб, что актер непрофессиональный, просто как любой режиссер, он не хочет использовать непрофессионального актера. Ну, по факту, еще не посмотрев его. И я с ним на эту тему поспорил, объяснил, почему это надо. Также я говорил про Веру Кинчеву, что нам надо, потому что мне кажется, что в таком музыкальном фильме люди, которые имеют отношение вот к контркультуре, к такой, а тем более она актриса, к ней не было, она не прошла именно потому, что на роль Андрея Князева все-таки ей, он был выбран очень мало, то есть они смотрелись, она смотрелась немножко постарше. Ну, вот вернемся к дочке моей, я сразу же предупредил ее, что, слушай, я не буду за тебя рубиться, то есть ты должна сама проходить кастинг. У нее есть свой агент, она живет в Москве, у нее достаточно успешная карьера. И сначала ее утвердили на другую роль, ее утвердили на роль «Хозяйки часов», потому что «Хозяйка часов» была целая серия. Uh-huh. Потом она у нас там в процессе написания сценария выпала. Uh-huh. А потом вот у нас нет Агаты, нет и нет, вот никак, вот нет Агаты. И... Я говорю режиссеру, слушай, ну давай попробуем Веру, она похожа на Агату. Просто тоже брюнетка, худая, молодая. Там. Он говорит, ну давай. Я не участвовал в этих пробах специально, чтобы ни ее не смущать, ничего. И все равно она не была сразу утверждена. Было две девушки на Агату. Одна это, которая потом у нас сыграла Настю в фильме. У режиссера было больше, он к ней склонялся. Но она совершенно не похожа на Агату. В результате мы все сели, собрались, положили эти видеопробы, и больше голосов было за Веру. Она попала совершенно, вот эти все истории о том, что я говорю, что там продюсеры утверждают своих детей. Не, ничего подобного. Она у меня, можете посмотреть фильмографию нашу, нигде. Но... Да что ж ты делаешь? Не вставляю, как я прикуриваю хабарик. Я заблюрю его. Прикуриваю хабарик. Слушай, что сказать? Да вы что, смотрите сериал, все просто. Ну, посмотрите. Мне надо моим подписчикам презентовать что-то в подарок. Ну, хорошо, ладно, давай. Слушай, к тебе придет князь, поверь мне, он тебе таких 10 напишет. Ну, хорошо, согласен, надо людей как-то мотивировать, да, давайте. Это реальный эксклюзив, плакат, расписанный... Во время съемок. Во время съемок продюсером, получается, да. Князь же креативный продюсер. Да, да, да. Прямо отсюда, короче. Что нужно для того, чтобы получить этот плакат? Это я не знаю. Это нужно. Написать свой комментарий, поставить лайк на это видео и поделиться этим видео в соцсетях. И рандомным способом, короче, выберем человека и подарим плакатик. Согласен? За самый лучший комментарий. За самый лучший, да. Надо написать не просто комментарий, а самый лучший. А кто выбирает-то? Ты? Я буду выбирать. Ну, хорошо. Нет, хочешь, ты выбирай. Не. Я, конечно, почитаю комментарии. Если ты будешь читать комментарии, тебя будет бомбить опять. Не, уже не бомбит. Лучше не читать. Слушай, уже не бомбит. А хотя бомбит вроде. Если бы тебе дали возможность ровно на одну минуту встретиться с Горшком лицом к лицу, живым. Да. И тебе разрешено было сказать только одну фразу. Точно не спросил ничего про сериал. То есть... Блин, я не знаю, если честно. Так спросил бы, как дела. Я бы хотел с ним вот по-хорошему, если так. Я хотел бы с ним вот очень встретиться и просто потрещать. Понимаешь, вот куда разговор пойдет, вот туда и пойдет. Я думаю, что он бы начал разговор, потому что ему всегда было что сказать. Я бы просто сказал бы, блядь, дайте пиздеть нормально. Какая одна фраза, ты чего? Слушай, ты знаешь, на самом деле есть такая поговорка, базар штука дешевая. Либо базарить, либо вообще молчать. Поэтому я бы лучше помолчал. Ну, я бы сказал, скучаю. Скучаю. Точно, совершенно. То есть, не хватает. Я бы спросил у него, почему ты в последнюю секунду улыбался. Достаточно. Ну, с улыбкой умер. Мне интересно, что он такого увидел, что ему сказали. Он подал, какая все-таки фигня ваша жизнь. Или что-нибудь из этого оперы, да, блин, прикольно.
что-нибудь открылось. Там же вот эта секунда между жизнью и смертью, это же секунда, это есть истина. Когда ты ни там не должен, ни здесь нечего. Ты там не знаешь чего, ты им не должен, тем, кто впереди, а тем, кто сзади, ты этим вольно уже ничего не должен. Себя взять нечего. Ты не можешь оставить ничего, ни врать не можешь, ничего, не хвалить. Ты ничего не можешь, ты просто есть как есть. Вот этот корень всего и вся. И вот в эту секунду открывается тебе истина. Что-то он увидел, ему стало весело от этого. Тебе интересно, да, что конечно, это было? Конечно, да. Ну, я догадываюсь, что это было. Догадываешься? Расскажи. Или не расскажешь? Ну, такое, я не знаю, надо сейчас как-то сложить. Ну, наверное, типа того, что, ну, я так и думал. Значит, я был прав. И улыбнулся. Вообще, вот эта вот фраза, но что мы ждем отцу их отцов, когда вот ты вот, допустим, вот вопрос самый главный к отцу, его ответ, вот, что бы сказать, он сделал бы, ну, вот, Миша или Леша, или вот Рома сказал бы, ну, ты все сделал правильно. Это самая главная фраза отцовская. И те отцы, кто еще живы, в том числе я лично буду говорить, что ты прав, ты все правильно сделал. Ты все, что ты сделал, это все молодец. Давай, твори дальше, работай, ты все правильно сделал. К сожалению, нам с тобой уже, дружище, об этом не скажут. Да, это да. Короче, ну все, блин, ну круто, что, гасите.